Вот она, господа, фирма КПМ. Стоила 35. Потом оценили 17,50. Вот КПМ. Красивая ваза. Ручная работа. Что еще нужно для счастья? Такие вазы за границей стоят бешеные деньги. Имеется за границами Германии, в больших городах бывшего Советского Союза. Потому что это не простая ваза, это ваза ручной работы. И очень фигурная, очень такая манящая и соблазнительная. Мне нравятся детали всегда рассматривать. И вообще редкая форма. В форме тыквы. Господа и дамы. Вот тарелочка. Видать, Шуман. 4 евро это вообще ничто. Большая ландыш. Да, точно Шуман, причем очень старый. Это антикварная вещь. И большая. Ну, диаметр как минимум 25 сантиметров. Очень козырная тарелка, очень трудоемкая. И сохранность ее очень даже очень хорошая сохранность. Может прочесть лекцию, народ стал подтягиваться. Вот такая, ребята, фирма имеется здесь. Вот тарелка богатая, не знаю, чья она. €7. Это кажется Алька Кунст. Это очень старинная тарелка. Название у нее. Сан-Суси, что ли, или что-то такое. Ну, в общем, я не знаю. Не могу пока прочесть. Короче, посмотрите. Это очень крутая тарелка. Исходя из сложности ее работы, ее делали, короче. Очень-очень старались ее делать. Посмотрите. Какое крытье, такое переходящее тона из темного в такой салатно-пастельный такой тон. В общем, Алька Кунст, ребята. Большая тарелка, сантиметров 30 в диаметре. Мы ее поставим вот так, раз. И в чем кайф этого Шумана? В том, что есть еще один Шуман такой же. Что ценность возрастает кратно. Когда есть пара, тогда вообще приятно все. Ну, как в жизни, да, но как без пары. Такие и с тарелками, и с вазами. Вот, ребята, это соленая глазурь. Ну, здесь
здесь была крышка. Да. Весит очень много. Красивая. Эта вещь стоила страшные деньги. Она и сейчас стоит рублей 50. Смотрите, какой он очень большой. Правильно? Ну, была крышка. Ну, в принципе, крышку можно найти. Ну, просто сам факт. Соленая глазурь, ребята, Бавария, это вообще... Это... Цены нет, этого сейчас никто не делает. Майолику я не беру, не покупаю. Рамы пустые тоже не покупаю, как-то выглядит печально. Кстати, большие тарелки. Так. Вероятно, по 2 европейских деньга. Вот муранский какой-то птиц. Высокий, хвостатый, красивый, крупный. Вот так, мне кажется, лучше будет смотреться. Довольно высокий, довольно высокий. Ага, 7 евро. Вот такие, кстати, очень ценные, смотрите. Настоящее золото. Очень красивые. Кроиц перхрион. Рион это недалеко, здесь километров 70. По петушку. Монастырь. Ойгельберг, 1612. Ну, какой. Красота. Красота. Уже муранская вазочка небольшая. Вот козырные тоже старинные вещи. Это очень старые бонбоньерочки. Да, это старинный у меня. Ониксовый фужерчик. Очень хорошего качества. Thank you.
Тоже предмет коллекционирования, кофемолка настенная 39. Но это прежде всего декоративная вещь, хотя в принципе они работают очень классно, эти кофемолки, им вообще сносу нет, так же как немецкие мясорубки могут работать 200 лет без ремонта. Вот такая вот интересная. Так, 25. Это Тиршенройд, ребята, высококачественный, очень красивый кофейный сервиз, очень хороший, полный причем. Так, салфеточники. Это Хайнрих, это очень-очень даже высококачественная посуда. Очень даже очень. Бонапарт, боже мой. Блютен. Блютен. Райген, боже мой. Что-то я не признал эту фирму. Бонапарт. Нам Бонапарт как-то непонятен. Откуда он взялся? Кто этот Бонапарт? Стоит 25 евро этот Бонапарт. Вот такой вот Бонапарт. И здесь тоже фирма. Это Зельтман, ребята. Это классно. Смотрите. Очень даже хороший Зельтман. Всего за 15. Красота. Красота. Так, рыбы недорогие. И очень хорошие. Так. Так, это Томас, ребята, это Розенталь, да, это Розенталь, это очень крутой сервиз, это Розенталь, здесь бисквитная часть, здесь глазурь, а здесь нет глазури, да, так что это Розенталь, господа, это очень круто. Много супниц, терина. Правда, здесь крышки нет. Это то же самое, только кофейный. Вот кофейно-чайный, кстати. Изумительный заварник, причем фирма, смотрите какая. Это заварник, причем очень формы. Это все в розницу стоит страшные деньги просто. Томас. Вот такая фирма. Так. Вот это Зельтман потрясный. Андрей Бош. Смотрите, терина, молочник, сахарница, а, какая прелесть, а? Прелесть, прелесть. Вот какая фирма, копейки, просто копейки. Везде это стоит страшные деньги, а здесь вот сейчас я могу купить. Фужеры потрясные, посмотрите, какая церовка. Это вообще
качество. Вот Бон Чайна, костяной фарфор. Ну, это не старые вещи, но это очень качественно. Столовые вещи. Краутхайм, копейки. Смотрите, какое блюдо красивое. Какой соусник. Фирма, посмотрите. Причем это вещь очень старая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, приходится молчать, потому что народ постоянно рядом. Да, это очень старая вещь, ребята. Практически даже довоенная. Мне нравится эта форма, это, конечно, просто прелесть. Да, достойный сервис. Что показываю его состояние. Блюдо, конечно, просто прелесть. Никто никогда ничего с ним не делал.